Тупые унитазы. Так, я вижу цель, не вижу преград. Я жить хочу! Нет! Я иду за тобой. Да что за унитазы? Сегодня мы будем строить скибиди туалеты. Правда, я вообще не знаю, что это такое, поэтому лучшие строители мне покажут, что это вообще такое. Сейчас мы запустим традиционный салют, после которого вы начнете строить. Уи! Прошли 40 минут, сейчас посмотрим, что за унитазы у вас получается. У Агуши тут вообще никакого унитаза я не вижу. Короче, ух, объясняйте. Вселенная с гибридов, туалетов большая. Есть колонка мэна. Я сделаю вот это вот огромного колонка мэна. Сделаю диораму города. Сделаю дофига гибридов туалетов. Что я не понял. Эх, Агуша, ты меня расстроил. Все, я ухожу. Ну и катись, ну и петляй. Ладно. Посмотрим, у Незаки может хотя бы есть туалет. О, вот у него вроде бы есть. Неза молча показывает свой унитаз. Ну что тут, просто унитаз и все. Соб, это что там такое? Какой-то телек на меня смотрит. Он улетает сам. Летающий телек. Мне кажется, сейчас будет что-то интересное, наверное. Я у мистера Вая и здесь. Да, нет. Опять какие-то опросы. Ты хороший? Да, нет. Конечно, хороший. А если нет, нажать? Ничего не будет. И здесь у тебя... туалет. Вот это унитаз, и оттуда торчит какая-то голова. И она смотрит в телевизор. Пофиг на голову, ее можно просмыть. А что это за туалет с головой? А это вообще, это туалет с телевизором. А тут еще один. Ходячий телевизор. Посмотреть. Нет, не улетай. Кто ты? Бедный. Бедный челик, который там сидит. Тут огромный человек-телевизор. Что это? Вот откуда этот ходячий телевизор. У него даже есть руки и ноги. Что? Да, мне кажется, телевизор ничего объяснять не собирается. Ну ладно. Я могу порхать. Ничего. Так, я здесь вижу еще один унитаз. Недоделанный унитаз. Уф, какой страшный челик. Давай ты его переделаешь. Мне не нравится это. Не хочу. Такой мерзкий. Я даже его показывать не буду, потому что он страшный. Нет. Это ужас. Ты просто ничего не понимаешь, искусство. Искусство, да. Какая-то рыба 228 меня не пускает. Ну ладно, не посмотрим, значит, что там. Это все, что вы построили за 40 минут. Увидимся через 40 минут. Прошли 40 минут, и мы посмотрим, что за скибиди туалет у вас. Понятно. Что с тобой происходит? Че ты так крутишься? Не, ну а че? Ищи портал, чтобы попасть к этим. Чего делать? Ищи портал. Это что за унитазы с камерами? Ну, они за тобой следят. Они меня снимают. Это шпионы. Шпионы? Какие-то шпионы здесь, ладно. Ай, где же он может быть? Куда бы поставил бы портал? Очень странный человек. Почему? Нормальный человек бы не прятал от меня портал. Я спрятал. Где этот портал? Тоже нету. Тоже нету. О, нашел. Скибиди камера, скибиди туалет и скибиди еще что-то. Это настоящая сходка скибиди туалетов. Мы их сейчас всех взорвем. Ра-та-та. Что? Они непробиваемые? Ну все, конец этой сходки скибиди туалетов. Готов? Это будет бомба. Я улетел к Агуше, поэтому буду смотреть его постройку. Агуша, привет! Что это за паук таракан? Таракан. Это колонка Мэнс. Колонка монстр. Ой, что ты со мной сделал? Что со мной? Зачем делать колонки ноги? Я не понимаю. Ну так это вселенная. Это они воюют. Туалеты воюют с колонками? Ну, вообще они воюют с камераменами, но колонки и ТВ-мины. Тиви-мен это одно, короче. Я который ни слова не понял, но ладно. Оу, кажется, я узнаю, что строит этот фиш 228. Давай первого Нейма. Хотя ладно, так уж и быть. Исполню твое желание. Ужас. У него тут просто унитаз и то страшное лицо. Я против этого, я протестую. Если ты не переделаешь, то мы устроим пункт и все. Ладно, здесь еще туалет более-менее какой-то, ну, тоже такой агрессивный. А это какой-то камера. Это камерамен. Это мишень. Ходячая камера в наушниках. А ходячих наушников там случайно нету? А я не знаю, почему у него тут наушники. Я тоже. У, хочешь фри нитро, знал бы я, что это такое еще. Продаю, да на меня даже не упал он. Ха, оба. Пошло.
Вау, твой унитаз стал более похожим на унитаз. Мне кажется, ты заслуженно получаешь должность унитазного инженера. У тебя 40 минут осталось, чтобы достроить этот унитаз. Вот здесь вообще какая-то лютая камера с еще 6 камерами. Что ты такое? Спустись, пожалуйста, ко мне. Оно вообще живое? У него двигается рука. Может, ты спустишься ко мне? Он жестко падать умеет. И, кажется, больше ничего не умеет. Он пытается встать и захватить мир. Ладно, это все, что у вас получается. Через 40 минут я уже приду. Там унитаз улетает, но это уже вообще слишком. Что? Это армия скибди-туалетов там? О, нет. Что это такое? Пришло время их всех взорвать. Слишком много страшных скибди-туалетов. Нет. Все, больше никаких скибди-туалетов. Ладно, я зачем пришел? 2 часа прошли, мы сейчас будем обозревать ваших скибди-туалетов. И начнем мы с Агуши. Ладно. Агуша уже спокойно к этому относится. А где туалет? Съел. Это скибиди колонка. Такая бывает, не знаю. Это колонка Мэн, умеет стрелять музыкой, но это не музыка, смотри. Попробуем меня. Ну, урона немного. Много. Не летающие скибиди туалеты летят. О, нет. Залазь наверх ко мне. Агуша говорил, что туалеты воюют с колонками, так что все, я вас всех. Видел, я один туалет подбил. Уничтожь их по помощи музыки. Меня заберите. На, погнали. Будет битва туалетов. На. О, жестко. На. Двух, что ты здесь? Я нечаянно. На. Держи. Не. Все, я им управляю, теперь хочу уничтожить скибди туалетов. Идите сюда. Стреляйте. Я всех задавлю. Давай. Огонь еще раз. Еще один туалет подбит. Все. Я их всех разбомбил. Как домой? Куда? Ух, что ты сделал? Тут приехал большой злой скибди-туалет, он хочет меня уничтожить. Скорее, Агуша. Уничтожу. Ой. Что? Меня уничтожает скибди-туалет какой-то. Злой туалет. Отстань от меня. Ой, ты, кажись, сам скибди-туалетом стал. Ладно, пойдем. Все, я в темном лесу, здесь нет никого, кроме унитаза, камер каких-то очень странных. И здесь огонь. Что это за собрание скибди-туалетов? Они делают какие-то коварные планы, чтобы захватить всю землю. Но у них ничего не получится сейчас. Минируйте их быстрее. Бах. Ай. Все собрание скибди-туалетов было взорвано. Остался только один самый жесткий скибди-туалет, который смотрит на меня. О нет, унитазы начинают взрываться. Все, нам конец. Мы в ловушке. Что? Они даже вылетели за карту. Вы посмотрите. Унитазы перед смертью нас убили. По крайней мере, меня. Это унитаз-пингвин? Что? Там унитаз-пингвин. Дайте мне посмотреть на это. Ой-ой-ой, он идет за мной. Это самое опасное существо в мире. Это что? Это уничтожение на расстоянии. Это мы дадим отпор этим скибди-пингвинам. Я не знаю, где он. Это страшно. Он здесь. Он где-то здесь. Он стреляет. Тут еще один унитаз. Что за нашествие унитазов? Ужас. Так, первое попадание ему нормально. Фух, мы его подбили. Огонь. Эти туалеты не победили. Это самый опасный унитаз, которого я когда-либо встречал. А, нет. Хватит, не надо. Пингвин прорезал его. Этот пингвин уничтожил целый огромный унитаз. Замораживай его. Я его заморозил. Туда его. Сжечь. Разбомбить. Да. Ну и вот это твоя постройка скибиди туалетов. Хочешь фокус покажу? Давай. Был мистер Вэй? Нет, мистер Вэя. А, нет, все равно есть. О нет, унитазы возвращения. О нет, это та самая армия скибиди унитазов. Ладно, низ. Нитро бесплатное. Да мне нитро вообще не надо, я не знаю, что это такое, ты кто вообще? Нет, я тебя стал высунуть. Эти туалеты нападали на Агушу, нет. Своей мерзостью убьют. Эй, ты меня еще убил, ты меня убил, нет. С одного выстрела. Когда уничтожил целую армию одним выстрелом, такой, белиссимо. Нет, как? Нужно убрать этих туалетов, не знаю. Они просто танцуют. Нет, бедный скибди-пингвин, надо его спасти, я его сейчас спасу, не переживай, пингвин. Он тебя убил несколько раз. Я все равно спасу пингвина, потому что... Нет,
Ой, уничтожайте его, уничтожайте, он злой. Бейте пингвина. Нет, надо с пингвина спасти, я сломаю цепи. Не смейте бить пингвина. Сейчас я сам побью. Опять мысли мне сделал. Пингвин добрый, я его спасу. Все, он спасся. Тебя верю. Он нас убьет. Нет! О нет, большой скибди унитаз, который... Меня убили. Не надо меня так кушать. Все, он со мной помирился. Надо вон того большого уничтожить. Он хочет захватить весь мир, потому что... Крутой пингвин. Так, вот кто построил этого огромного. Это был ты, Fish 228. А вот кто построил пингвина. А, нет. Почему он меня съел даже так? Каон Камен против Скибди пингвина. Раз, два, три, поехали, я тебя поймаю. Че делаешь? На! Ой, а че вы с друг другом делитесь? Так, сейчас я ему прям вот так в бошку улечу. Стоять, я вас всех поймаю. О, пингвин победил его. Ой-ой-ой. Так, падаем. Ой-ой-ой, жестко. О, нет, много унитазов. Слишком много унитазов. Да что за унитазы? Тебя воруют. Дыш. Видел? Один удар, и все унитазы отлетели. Пингвин, иди сюда. А, я иду. Сейчас будут маневры жесткие. О, что? Это тупые унитазы. Все, теперь я тебя добью. Ай, ты меня подбил. Давай еще раз, а то мне унитазы помогали. На, я тебе даю меня уничтожить. Это точно не обман. Ой, да кто это? Подойди. Что за камерамен, надо его уничтожить. Дыш. Кто кого уничтожит? Кто кого уничтожит? О нет, а колонка меня подстрелила, все, мне конец. Ой, там какой-то самолет летает. Ю. Не бей меня, я исполню тебе три желания. Какие три желания? Какие это три желания? Какие желания могут быть у колонки, я не знаю. Не знаю. Я слышу, что ты убивай, пожалуйста. Самолет пустой. И постройку смотреть. Ой-ой-ой. Что это было? Я улетел в стратосферу. Это я хочу его тоже посмотреть. Что? Что это было? Меня тоже в стратосферу запустило. Моментально. Я буду твоим унитазом, а ты будешь меня снимать камерамэном в наушниках. Он умеет летать на букву F, не нажимай ни в коем случае, он не управляем. Ладно. Они делают черную дыру, надо быстрее их остановить. Давай, разморожь меня. Если они дальше продолжат это делать, то мы сейчас и взорвемся. Просто отпустите меня, я его уничтожу. Ладно, все, погнали, погнали. Огонь по его черной дыре. Ой, а че я не еду? F нажми против воды. И ненадолго, ненадолго. Ой-ой-ой. Вот такое случается. И как мне теперь вернуться? Все, я полетел, короче. Агуша, Агуша. Я хотел проверить скибди унитаз. Ой. Так, я нечаянно Агушу пробил насквозь. Не на ту кнопку нажал. Вау, босс, у тебя какой-то скибди камера. Ну ты прям мастер строительства этих унитазов. Вот он, унитазный инженер, которого мы искали. Что? Он поворачивает камерой? Можно еще вот так смотреть, бип-бип. Цель обнаружена, скибиди унитаз. Пришло время уничтожить скибиди унитаз. Я иду за тобой. Ой. Это шпион. А, вот когда я нажимаю, я поворачиваюсь, то камера поворачивается. Прикольно. Еще я могу ехать. Так, сейчас буду за кем-то шпионить от первого лица. 4К. Сейчас мы его из шпиона сделаем боевую машину. Так, я вижу цель, не вижу преград. А, дыш. Дыш. Не сломаюсь. Ладно, я ухожу. А, его можно убрать. А, и до меня дошло. Это крючок. На него нажимаешь, жик. И он смывается. Хоп. И выжимает. Хоп. Эту камеру можно смыть. Жестко, мне нравится это. Ну и на этом эта битва строителей тогда заканчивается. Спасибо за участие Fish 228, Нейму, Незаки, Агуше, Попкету и Мистер Вэйон. Вот прошлая битва строителей. Короче, всем пока. Буш. Взрыв туда.